was the first game for me. Yesterday I was partying because it was Svetlen's birthday, so I couldn't run very much, but the team is very good. I like it, international. First half was a bit hard, but then we won 5-1. Easy game, easy score. We continue. Perfect. Thank you. Благодарим всей команде, хорошо сыграли. В первом тайме было немного тяжело. Играли так, с акцентом на атаку, не всегда успевали в обороне. Вот. Но зато во втором тайме сделали выводы правильные. Тренер немножко поменял установку, освежил состав, и это принесло плоды. Выиграли уверенно. Даже самому приятно сделал голевую передачу. Надеюсь, что в том же духе будем продолжать. Спасибо. Ну, я рад, что как-то помог ребятам одержать победу. Второй тайм, конечно, был получше, чем первый, но не говорю, что из-за нас, но все равно ребята начали играть как-то больше, с большой уверенностью, и достойно выиграли этот матч. Спасибо команде за игру, за победу. Первой команде даже помогли нам. Были некоторые ошибки, местами много, но хорошо справились. Победы. Что, сыграли хорошо. В первом тайме пропустили, в принципе, не обязательно мяч, но, в принципе, отыграли. Сделали с этой командой как бы реванш. 5-1 проиграли первый матч, 5-1 выиграли второй матч. Я думаю, отличный результат. Дай бог, что наша команда дальше побежала с таким счетом. Ну что, игра вышла хорошая. Выиграли 5-1, взяли реванш 5-1, да? Взяли реванш, короче, не до конца доиграли, это значит, у них конкретно порвали. Что сказать, игра, в принципе, была такая не совсем хорошая. Но мы собрались, ну, спасибо, очень большое спасибо игрокам с первой команды. Мы сделали просто свое дело, и то, что надо было сделать. Всем спасибо. Ну, в основном, твой был первый дубль. Как оценишь вашу игру? Да, я рад, что первый дубль забил наконец-то в своей жизни. Но спасибо Гочи, что пас выдал, не забил сам, и этому Филиппе, и Эрику, что офсайд не сделал, в принципе. Как бы, ну так, если так по игре, то, в принципе, молодцы. Первый там более сложно было, а второй уже с участием Эрика и Роберта там усилилось. Хотя немножко был провал, но по-любому была острота больше. Потому что в первом тайме было больше, так более защищались. Не было, мячи все летали куда-то вправо, влево, поверху, не попадали нападающим. Ну, а так, молодцы. Есть еще 3 очка, значит, 7 побед, 21 очко, вторая команда. Я не ожидал, что вторая команда наберет столько очков. Красавчик. Так что, молодцы, браво. Отлично сыграл. Да, отлично сыграл, ни одной ошибки за матч сегодня. Идеально. Все, выиграли, соответственно. 5-1. Wbrew pozorom pierwsza połowa też była dla nas łatwa, nie? Może oni mieli trochę na początku więcej siły, w drugiej połowie w ogóle już nie mieli siły. Myśmy po prostu zrobili swoje, 2 dobre zmiany. No i dziękuję bardzo. So it's good that we won. In the third half we were struggling a bit, but then Eric Robert came and I think we simply were the better team, so I don't know what to say more. It's difficult to compare how good we played, because I think the opponents were simply much weaker. That's it. I think it was a really nice game. I think when me and Robert entered, but I think the team changed a little bit, so that was really nice. We could achieve the victory. So we can, it was nice. Also, like the new guys just playing also, playing really good. And so we have this guy also really good. So it was a really good thing. Well, nice to play for Sunday, sunshine in Holland. So.